не ценят нашу талантливую молодежь. Пап, не имею. Я диджеем стать хочу. Трек написал, послушай. Лишенов. Диджей. В голове вообще. Есть у тебя что-нибудь? Мозги есть? Иди отсюда, бар. Сабам дока. Железнодорожником будешь, понял? Как только у нас кто-то становится знаменитым на международном уровне, сразу же должен появиться местный чиновник. В твоем случае был Аким Павлодарской области, правильно? Сначала Аким города Аксу, потом Аким Павлодарской области. Павлодарской области. Они тебе обещали помогать, способствовать, я не знаю, раскидать там за Грэмми? Нет, да, была новость в СМИ, то что Аким Павлодарской области, Аблахай Искаков, будет помогать мне, сказал, что поможет мне с вопросом там каким-нибудь. Но когда мы с ним разговаривали, он мне сказал... Нет, просто в комментариях некоторые там писали, вот с гаишниками тебя разводить будешь. Нет, это не так. Он мне писал именно в плане музыкального развития. Вот, то, что надо... Он будет тебе помогать с музыкальным развитием. Блин, как ты понимаешь? Вот я просто думаю, да, то есть как он... Где-то биты что-то новые, с кем-то. Да, скинь. Я не знаю, просто. Вокалистку найдет.